Он является кандидатом в мастера спорта по всестилевому карате, победителем региональных турниров по карате и ушу саньда. Из Челябинска Никита Кожевин. Бойцу в черно-желтых шортах 29 лет. Его рост 1,75 м. Он мастер спорта и победитель профессиональных турниров по ММА. Фирус Абдулкаримов. Третий поединок, друзья, сегодняшнего вечера. Я напоминаю, что генеральный партнер компании 1X Ставка. Скачивайте приложение, делайте ставки осознанно. И Фирус Абдулкаримов просто бросается уничтожать своего оппонента на первой же секунде. Да, я думаю, сейчас Никите будет тяжело пережить этот шторм. Но если ему удастся это сделать, то, возможно, он сможет выровнять бой. Да, бой развернется совершенно в другую сторону. Никита — представитель карате. Выступал он и по всестилевому карате, и по другим дисциплинам. Его оппонент — представитель ММА. Мастер спорта. Вот это правый сбоку! Четкий правый сбоку! В общем-то, то, о чем мы с тобой говорили. Если удастся выдержать натиск первых секунд, то, возможно, что-то будет интересное получаться у Никиты. Попытался сейчас Никита развить свой успех. Бэквиста заряжает Фирус. Но видно, чуть он не восстановился еще, чуть как будто его подламывает. Никита правильную тактику сейчас занимает. Ему не вторым нужно номером, лезть кстати, вперед, в размен. Работает, да. Он вытягивает своего оппонента. О, второй нокдаун есть! Четко за ухо! Я говорю, как-то не восстановился. Фирус чуть его пошатывает на ногах. Оба идут на серии из побед. Поэтому будем смотреть, кто будет дальше идти за титул. Фирус заводится. Ему хочется реваншироваться. Обратите внимание, вот в этом эпизоде Никита первый нанес удар. Молодец, хорошо адаптировался. Но что он первые 15 секунд он пережил знатный. Там еще, мне кажется, хорошо попал в корпус Фирус. И Бэквист очень четко доходит до цели. Отлично работает Никита. Фирус заводится, идет вперед. И я думаю, эмоции будут Фирузу только мешать. Да, да. Желательно отдать долги. Заканчивается первый раунд. После этого, после гонга, удара гонга бросился вперед Фирус. Я думаю, что должен быть оштрафован. Переходим во второй раунд. Но я думаю, сейчас будет только горячее. Да. Опять Фирус начинает свои атаки с ног. Хороший правый прямой с дальней дистанции. Все, я думаю, Никита сейчас должен поймать свой кураж. То, что попадает, он выцеливает хорошо, не ломится, не кидается вперед. Молодец. Вот это классическая работа вторым номером. Он не отступает, он выманивает своего оппонента. Как будто у Никиты тоже есть опыт в ММА. Хорошо, он сейчас ноги зашел, я думаю. У Никиты есть опыт в всестилевом карате, а правила всестилевого карате, они схожи по концепции со смешанными единоборствами. Конечно же, это два разных вида единоборств, два разных вида спорта, но всестилевом карате можно и бить, и бороться. Отлично встречает сейчас Никита. На отходах работает, но явно видно, ребята чуть подустали. Мне кажется, третий раунд будет завершающим в этом бою.
Ну, в любом случае, в третий раунд будет завершающим. Отличный удар через руку. А вот то, что Никита может подловить своего оппонента. Отличный супермен панч от клетки. В стиле Пэттиса такой, я бы сказал. А заметили, как работает в маятнике, как будто там с советской школы. И опять. Классика бокса. Да, классика. Качнул. Оттянулся и на сайдстепе левый боковой. Молодец, молодец. Юный боец, всего 20 лет ему, и так отлично работает. Отлично работает. Все время качает головой. Пожали руки, но первым удар все-таки успел нанести Никита. Да. Из клинча удары пытались какие-то апперкоты. Апперкот с передней руки. Не так часто эти элементы используют парни. Не, Ферузу надо что-то делать, ему нужно адаптироваться. Так дальше бой, если пойдет, он точно проиграет. Но я думаю, что Ферузу в первую очередь надо сохранять хладнокровие. Опять, что это такое? Опять гонг. Надо бал снимать сейчас. Надо бал снять уже на самом деле. Это вторая атака после гонга. Почему-то большой Фил сейчас этого не замечает. Раунд. Ой, отлично работает Никита. И еще один нокдаун. То же самое. Правый на отходе. Правый на отходе. Никита, классика молодец. Бокса. Красавчик. Классика бокса. Я думаю, что у Фируза вообще все посыпалось. Да, на морально-волевых он будет продолжать. Главное, чтобы не сошелся на эмоции. Да, сейчас у Никиты самое главное не хапнуть, как говорится. Да. Но я думаю, вот такой психологически устойчивый боец, как Никита Кожевин, он выдержит этот натиск. Да, какие-то зарубы. Ой-ой-ой. Молодец, молодец. Правильное решение сейчас зайти в клинч, абсолютно правильно. Никита молодец. И боковыми ударами раскачивает в одну, в другую сторону. Вау. А тут еще и Уширов точно в цель пришла. Бэкфист тоже заходит. Да. Уже опущены руки у Фируза. А еще минуту биться. Да. Никита молодец. Не вот здесь уже Никита апперкот проходит. И тут уже Никита, я так понимаю, пошел вперед. Он почувствовал вкус крови. Он почувствовал, через что все получается. Опять. А у Фируза оп, капа улетела. Катастрофически заканчивается бензин. Но с силой духа у него все в порядке. Пережить 4 нокдауна за один бой, это дорого стоит. Это без вопросов, Артем. С силой духа все хорошо. Но вот с выносливостью после стольких пропущенных ударов. Отличный бой, на заглядение просто. Украшение сегодняшних прилимов, я думаю. Да, я думаю, этот бой украсил бы основной карт. Ой, пропускает, как... пропускает Никита Кожевин. Ой, по корпусу хорошо попадает сейчас Фируз. Фируз по-прежнему опасен. Да, может быть, сил у него. Проблема не Фируза, что он вытягивает руки, пытаясь встречать удары на оттяжке. А за счет размаха Никита доносит свои удары. И самое главное, Никита успевает уклониться. Да, да. Во многих эпизодах он... Опа! Вот сейчас он гонг услышал, меня это радует. С третьей попытки, отличные бои. Отличный бой!
бою. Единогласно победу одержал Никита Кожевин! Ирус, у тебя была бешеная поддержка, как у твоего оппонента. Скажи мне, что не получилось? Ты с первого раунда задал такой темп, что я думал, ты закончишь опять. Но потом что-то пошло не так, и я заметил, что ты начал подходить к своему сопернику без ударов. Мне кажется, это была твоей ошибкой. Всем ассаламу алейкум. Я в первую очередь извиняюсь перед всем братьям. Я подвел вас, извините меня. Ну, это была моя ошибка. Потому что я перед этим вам тоже писал, что у меня травма и на ноге, и на спине. Ну, я, это вся отмазка. Я проиграл, я как достойный мужчина принимаю это поражение. Ну, Никита, он молодой, ему всего 20 лет. Я вчера он нас взвешивал, хотел меня пугать, какой отец показал. Ну, я тебе одно говорю, Никит, я где вырос, знаешь, как ты, там ходить просто бояться. Просто это, как говорится, рейдж, тут отсюда выходит победитель один. Ну, я дрался, как смог, проиграл, ничего тут, я не буду сдаваться, я буду дальше идти. И, братья, вам огромное спасибо. Я общаюсь, что я вернусь еще сильнее. Я вам это общаю. Ну, проиграл. Я дрался. Я удивлен твоей стойкости, да, что ты, да, пропускал, а ты вставал и шел вперед. Я двигаться не смог. У меня с ногой проблема. Вот это мои одноклубники. Все они знают, что я последний в субботу на спарринге травмировал ноги. Я скажу, что ты подаешь большой пример прошлый раз своей победы. Сейчас, даже если и проиграл, но я уверен, что многие возьмут пример твоей силы. Я еще раз, мне неудобно просто про своим учениками так проиграть. Я думаю, они тебе простят, да, парни? Пацаны, я как дрался, я еще раз говорю, вы знаете, что с ногой, что у меня был. Ну, мы вернемся еще. Иншаллах. Давай, Фирус, возвращайся сильнее. Никита, ну, мои поздравления, красавчик. С самого начала ты растерялся. Я видел в глазах, и я подумал, что, ну что, еще, сейчас все закончится, но нет. Да я дал руку пожать, а он сразу полетел. С одной стороны обидно было, а потом дальше пофиг, тоже начал рубиться. Хотел бы поблагодарить свои клубы за подготовку и своего главного тренера, но он не смог приехать в этот раз. Поэтому как-то было не по себе. Ну, справились хорошо. Спасибо Резвану за то, что тоже помог мне. И соперник тоже был сильный очень. Хотел поддерживаться тактики, но пришлось чисто зарубиться. Как я и говорил, дальше больше. Я иду дальше, готов на любые предложения. Давай, я вижу, ты перспективный парень, и мы ждем тебя снова.